Актуально, оперативно и объективно. Самые главные события Одинцовского городского округа всегда в поле внимания журналистов ОТВ. Редакция телекомпании «Одинцова» отмечает 19-й день рождения. Первый, самый волнительный эфир состоялся 16 ноября 2001 года. С тех пор журналисты и операторы телекомпании каждый день освещают события округа. Хочу всем пожелать богатырского здоровья. Спасибо за то, что вы на первых всегда рядах, за то, что вы так замечательно, профессионально освещаете всю нашу жизнь, всю нашу работу, всю деятельность, и что у нас вообще происходит в нашем, я считаю, одним из самых главных округов Московской области. Здоровья, счастья, любви, ну и, конечно же, интересных репортажей. Те, которые мы привыкли ждать, и любим, когда идет трансляция Одинцовского телевидения. Ура! Команда, которую вы смогли мобилизовать в короткий срок, она показывает отличный результат. Огромное вам за это спасибо. С днем рождения телеканала. Коллеги, с днем рождения! За 19 лет телеканал прошел большой путь. Первый эфир увидело всего несколько семей. Теперь это более 300 тысяч зрителей. В программе новости, авторские передачи, в которых журналисты рассказывают о жизни округа и о его жителях, кино, мультфильмы. Телеканал «Одинцова» – это большая дружная семья, это команда профессионалов. Здесь нет случайных людей. Мы все одно единое целое. Телевизионщики порой работают, не жалея ни сил, ни личного времени, и даже идут на риски. Во время пандемии коронавируса ни журналисты, ни операторы не прекращают работу. Более того, занимаются волонтерской деятельностью. Чтобы работать на телевидении, его нужно по-настоящему любить, уверены журналисты ОТВ. На самом деле, в чем главная прелесть работы журналиста, как мне кажется, это всегда быть в гуще событий. Ты никогда не сидишь на месте, ты всегда все узнаешь первым и, соответственно, стремишься первым рассказать об этом своему телезрителю. К журналистике пришла уже, конечно, осознанно, потому что нравится динамика, общаться с людьми, нравится постоянно узнавать что-то новое и не сидеть в офисе за компьютером. Это прям вот самое главное. ОТВ ежедневно продолжает совершенствоваться и развиваться. У виновников торжества много планов на будущее. Разработка новых телепроектов, поиск самых интересных героев и освещение актуальных событий. Елена Кравченко, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».